Лекция номер два. Лекция, получается, вычисление и задержание наркодилеров. Агент, находясь в маскировке, приезжает на центральный рынок, осматривает лавки. Как только агент обнаружил неизвестное вещество, он должен включить камеру и зафиксировать покупку неизвестного вещества, а также лицо продавца. Убрать неизвестное вещество в zip-пакет. Агент направляется в медцентр для экспертизы вещества и заключением от доктора. Агент после получения положительной информации собирает состав группы задержания, состоящую из 2-3 человек, ну, сотрудников или агентов там. Нужно иметь при себе обязательно тайзер. Выезд на место сбыта. Выезд на место сбыта и задержание продавца. Объявить в федеральный розыск, зачитать права и не привлекать внимания на национальном рынке. Приезд в полевой офис ФБР, допрос дилера, установление его личности, а также составление досье и фиксация допроса. Арест в случае, если дилер отказывается от сотрудничества, агент составляет кейс в архив бюро. Лекция окончена. Вопросы есть? Отлично.